Думал, что хочет его убить, и нанес 7 ударов ножом. В Тракторозаводском суде подозреваемого в убийстве сожительницы отправили на 2 месяца в СИЗО. Как следует из показаний обвиняемого, все произошло вечером в одном из домов на улице Зальцмана. Вместе со своей сожительницей они решили отпраздновать начало совместной жизни. В какой-то момент, по словам обвиняемого, дама разозлилась и накинулась на него. Он стал защищаться и выхватил нож. Прокошин органами предварительного следствия обвиняется в совершении убийства своей сожительницы, которая, в отношении которой он причинил тяжкие телесные повреждения в виде колото-резанных ран в количестве 7 штук, и от которых потерпевшая скончалась на месте совершения преступления. После этого мужчина сам вызвал полицию и сдался. И вот на судебном заседании решали вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуроры просили отправить его под стражу, но тот посчитал такую меру слишком жестокой. Я не пытаюсь скрыться, я самостоятельно позвонил. Следствие не собирается мешать. Я подумаю, что следствие... Все же суд отправил обвиняемого на 2 месяца в СИЗО. Расследование продолжается.